честь Юрия Гагарина из пушки Петропавловской крепости прозвучал полуденный выстрел. В Петербурге отметили 83-й день рождения первого советского космонавта. Залп из артиллерийских орудий дали ректор университета аэрокосмического приборостроения Юлия Антохина и глава комитета по молодежной политике Рената Абдуллина. Университет аэрокосмического приборостроения, наши коллеги заложили эту традицию, и каждый год они ее развивают. И нам очень приятно, что в этом году мы сделали совместное мероприятие. Сам формат, который был выбран на Петропавловской крепости, полуденный выстрел, заставляет, наверное, ребят задуматься о том, что есть связь между землей и космосом. Связь с космосом должна обеспечить и гигантская ромашка. Организаторы флешмоба поставили перед собой амбициозную задачу – сделать так, чтобы ее было видно даже из космоса. К участию пригласили студентов из 70 учебных заведений. Диковинный цветок расцвел на площади перед Нарышкиным бастионом. Праздник получил название «Поехали». Акция стала отправной точкой грядущего Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет этой осенью в Сочи. Слова напутствия участникам прозвучали с борта Международной космической станции. Когда Юрий Гагарин полетел в космос, он был не намного старше, чем вы сегодня. И мы уверены, что вы, и только вы, обладаете сейчас силой и творческой энергией, которая позволит обратиться ко всему человечеству с коротким обращением. Поехали. На МКС тоже отметили день рождения Юрия Гагарина. Видна ли с орбиты ромашка, космонавты рассказать не успели.